быстрее будет? Утро для этих ребят началось с профилактической беседы с сотрудниками госавтоинспекции. Мальчики перешли проезжую часть там, где нет зебры, то есть подвергли риску свою жизнь и здоровье. Оштрафовать несовершеннолетних инспекторы ГИБДД не вправе, но могут в очередной раз объяснить правила безопасности. Здесь мы уже проводим только профилактические беседы и стараемся нацелить детей, чтобы они все-таки переходили дорогу по пешеходному переходу. Среди взрослых тех, кто переходит дорогу в неположенном месте, тоже достаточно. Но здесь одной беседой дело не обходится. В отношении пешеходов составляется административный материал, и здесь, согласно законодательству, предусмотрена ответственность в виде предупреждения либо административного штрафа 500 рублей. Практика показывает, что у зареченцев есть любимые места, где они предпочитают перебегать дорогу. Например, на улице Комсомольской чаще всего пробуют сократить путь, переходя проезжую часть напротив молодежно-досугового центра «Ровесник» и здания ПУСа. Люди у нас по привычке ходят по тем местам, где раньше были пешеходные переходы. И не обращают внимания на то, что сейчас там пешеходных переходов нет. И в основном так поступает у нас взрослое население. И поэтому мы все-таки напоминаем, какие у нас есть правила безопасного перехода. В рамках профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД ищут не только пешеходов, которые нарушают правила, но и водителей, которые не пропускают людей на зебре. Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимно вежливыми. С начала этого года в нашем городе зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых люди получили телесные повреждения. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».